Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина «Лента». У нас уже поздний вечер. Ездил у меня туда муж с детьми. Вот они недавно приехали. И чек будет, как всегда, в конце видео. Получилось у них в этот раз тоже не бюджетно. Вот, так что, да. И давайте покажу саму закупку. Девчонки мои все проверили. Там они грызут кость. Вот такая закупка у них получилась. Давайте начнем отсюда. Попросила я вот эти таблетки «Лента». Они мне очень нравятся, бюджетные. В общем, все время их покупаю. Уже говорила про них не первый раз. Туалетную бумагу, как всегда. Здесь такое у меня тяжелое. Значит, здесь вода газированная для домашних лимонадов. И сахар 5 килограмм. Потому что я весь сахар израсходовала на этот консервированный персик. Еще думаю, может быть, компот из вишни сделать. У нас вишня уже подошла. Не знаю, сделаю, не сделаю. Но, в общем, попросила сахар. Здесь, как всегда, вот все собакам, котам. И вот эти баночки очень нравятся моим животным. Точнее, моим песинам. Прям с удовольствием они их едят. Вот тут, в общем, всякие разные набрали. Целые пакетища, как всегда. Дальше. Яйца куриные отборные. Дальше немножко мяса. Здесь у меня фарш какой домашний по 355 рублей. Здесь почти килограмм. Дальше свининка. Вот такой кусочек, правда, жира много, но ладно. За 299, ну считайте, 300 рублей за килограмм. С этой стороны такой жирность, это вроде ничего. Ну ладно. Дальше сосиски. Дальше наггетсы. Это все мужские покупки, две упаковки, правда, их помяли. Колбаска вот такая юбилейная. И еще вот такое вот они взяли. Окраина какая-то зернистая. Ну, не знаю. Кусочек сала, конечно же. Очень вкусно. Вот такой вот с чесноком и черным перцем. Муж мне, кстати, любит, да, вот такие вещи. Пепперони, конечно же. Ну, все мужские покупки у меня. Кусочек сыра. Вот такой. 400, ну, считайте, 500 рублей за килограмм. Молочка. Здесь у меня молоко. Вот такая мажитель. Две активии с персиком и с... Ну, в общем, там, с малиной или с клубникой. Сметанка 15%. Масло сливочное. Вот такой творожный сыр. Кстати, очень любим. Я вообще его люблю вот просто на бутерброд. И, ну, не знаю, сверху какая-нибудь помидорка. И все очень вкусно получается. Давайте сразу также по напиткам. Кола, тархун. Это муж у меня взял пиво. Вот такое. Три баночки себе. Не знаю, вкусно или нет. Вот, а дальше здесь у меня мука, ну, такую лентовскую, не лентовская, предпортовая тоже нравится, Оладушкин тоже хорошая мука. И вот такие дрожжи, не знаю, может, какие-нибудь булочек напеку, кукуруза лентовская. И здесь у меня много всяких круп у меня закончилось. Взяли вот такую фрунчозу, тоже я ее нет-нет доделаю, рис. Обычный длиннозерный рис для плова. Тоже хотим плов сделать. Вермишель для супчика. Крупа перловая. Я ее в основном, вот эту перловую, использую для грибного супчика или для рассольника. Гречка. Так, здесь, кстати, у меня соусы вот такие вот. Очень мне нравятся вот эти сенсой или сенсай, как правильно называется. Вот эти соусы. Я покупала в прошлый раз карри, очень вкусный, с рисом, мясо с овощами и с рисом. Получается вообще очень вкусно. Вот две упаковочки карри. Еще вот такая заправка для фрунчозы как раз-таки. Сделаем, вкусно будет. И вот такие две штучки терьяки. Тоже я делаю даже иногда без мяса, просто овощи в сковородке вок. Нет сковородки вок, можно в обычной сковородке, и заливаете этим соусом, получается очень вкусно. Именно вот этот соус, там их разные марки, но вкусный именно вот этот. Так, дальше здесь хлебобулочные изделия, значит, вот такие булочки для бургеров с кунжутом взяли. Дальше вот такую, вот эта, кстати, выпечка тоже очень вкусная у «Ленты», 64 рубля, называется «Багет Прованс».
очень вкусный. Тостовый хлеб, обычный хлеб столовый и вот такой батон Оладушкин. Они взяли так, куча, конечно же, конфет. Куда без них? А, это какие-то брауни, вот такие конфетки. Дальше вот эти вот желейные конфеты. Я вообще не люблю желейные конфеты. Вот такие вот. Но мальчишкам моим очень нравятся. Вот такие. Дальше вот такие жевательные. А вот эти жевательные лентовские, они очень вкусные. Очень. Дальше баунти. Любим всей семьей. Вот. Правда, они совсем не дешевые. И вот такие еще конфеты Аленка Красный Октябрь. Вот эти, кстати, вкусные тоже конфеты. Ну и здесь у меня фрукты, овощи. Конечно же, арбуз. Смотрите, уже 15,49 стоит. Бананы по 50 рублей. Яблоки. Ну, это яблоки вот такие фасованные. Не знаю, сколько, почем они. Вот, они такие хорошенькие. Дальше здесь нектарины по 129. Ну, считайте, по 130 рублей. Персики по 100 рублей. Ну, такие, им надо полежать. Они такие твердые достаточно. Полежат, будут вкусные. Огурцы. Огурцы у меня в этом году в парнике вообще, ну, в теплице. Вообще очень там и плохо растут, и плохо дают огурчиков, поэтому купили. Помидоры тоже. Ну, да. Вот, здесь баклажаны. Вот такие. Капусточку. Моя капуста еще... У меня капуста в этом году хорошая, но она еще не наросла. И здесь у меня лук обычный репчатый, вот этот вот новый урожай, видите, по 51 рублю. И картофель молодой белый по 29, считайте, по 30 рублей. Ну, хороший, я в прошлый раз тоже покупала, прям хорошая вкусная картошечка. Так что вот такая вот получилась. Бон, тут уже устала проверять сюда, Боночка? Уже скажи, вечер, пора спать. Так что вот такая закупка получилась моих мужчин. Давайте покажу чек.